Мода, как известно, весьма непостоянна, а смена эпох, как правило, меняет не только основные силуэты и цвета, но и само отношение к одежде, манеру ее носить. Пересматриваются также и внутренние процессы производства одежды. Мода, она для всех, действительно. Данную модель может позволить себе практически каждая женщина. А если шить только совершенную классику или только совершенно скучное и неинтересное, то и марка станет неинтересной. Поэтому наши дизайнеры и разрабатывают тенденции, соответствуя каким-то высоким домам моды. Оксана Бакаева, эксперт из Германии, занимается продвижением нескольких брендов, отличительная особенность которых – это разумное сочетание качественных материалов, оригинального дизайна, перфектного исполнения и адекватной стоимости. Контроль качества – это одно, инновация – это немножко другое. Я думаю, инновационные технологии, например, в процессе окраски – это то, что сейчас возможность с компьютерной графикой работать появилась больше, с компьютерной техникой. То, что я рассказывала, например, про принты, которые художник рисует акварельными красками, выдумывает или где-то увидит при путешествии в другой стране или в другом городе, может перенести на ткань. Таким образом рождаются ткани, которых нет у других брендов. Перед производством проматывается полотно и просматривается глазами на качество ткани. Поэтому не может в готовом изделии быть утолщения нити, каких-то разрывов, каких-то затяжек. То есть это же немцы. Вопреки стереотипам, в которых сочетание немецкая мода ассоциируется исключительно с консервативностью, при внимательном изучении брендов из Германии открываешь для себя не только креативные, но и довольно смелые идеи. Дизайнеры прорисовывают принт уникальный для каждой коллекции. И мы с вами сейчас говорим не о высоких премиальных марках, а в среднем в нашем сегменте есть возможность купить блузу, платье того принта, которого нет вообще в Челябинске. То есть это используют всегда первые линии, высокие дома моды. И это у нас есть. В коллекции обычно три темы, и каждая из них называется. Вот про тропики рассказал, это тропический ландшафт. Футболка с попугаем – это дикая природа, тема называется. Из аквамариновых таких тонов – это поездка на Атлантический океан, допустим, за теми же инспирациями, чтобы понять, как он выглядит, как выглядит эта вода. Чтобы был у нас не обычный голубой, а вот именно голубой цвет Атлантического океана. В наши дни, когда по одежде не судят о происхождении человека, когда новые идеи высоких домов становятся доступны онлайн, на первый план выходит индивидуальность, способность выглядеть эстетично, без лишнего напряжения и не тратя на это все свое состояние.